of the Titans, and it was all about fighting them off. And that's what Doddick and Nadal were able to do. Look at this little chip from Rafa to keep them in it. And the audacious finish. Oh, cheeky no-looker. Boom. Chest. What a show the doubles boys have put on this week. Oh, what a surprise.
intentional lob. He knows that Nelson Betson was climbing over the net. Good get from Mike, good soft hands. Love it, Gene. And this is the shot of the tournament. Thank you very much. Such a great sequence. S'il vous plaît, jouez. Ну вот, видите, вот это слаженная игра, это красная подача. Попал, попал. Как не зачищались, видите, французы оказались. Да, прекрасно. Ну, это вторая такая комбинация, короткая. Что взял, не тот. Ну, вот не повезло французам или очень. Последующих геймов. Ну а тут никаких абсолютно проблем не было под ноль. 1 лет завершился очень быстро. 3-2. И попал. Не попал. По-моему, попал. Да, 15-40. Merci. Как смотрите? Среагирует. Да, какая борьба шла за это очко. Да, и все-таки добили. Вот это была борьба. Ну вот эта техника игры себе так.
Два мяча уступили. Тут Роджер свое слово сказала. Ух ты, со смеша, почти смех. Ну вот и завершился этот сет. Так и не было ни одного брейка. О, перехитрило. Свое выступление. Еще он в нем жив теннисист, а не тренер. Ну это потенциальный капитан сборной, да? Возможно. Ну отыграл, на этот раз четко обработал мяч. Это ты тоже смазать невозможно было. Потом он там освоился, потому что там все шло на французский. Ну что ж, все-таки с трудом, но этот гейм выиграли. Пришлось. На французский, франкоязычный. Ох, как здорово, да? Ой, как не дотянулся, только лишь дотронулся. Нет, французам не везет с сеткой, хотя я вроде бы... Ой, как да, молодец, тут уже вовремя. Как перешел. Да. Ну и добил. Вроде бы крикнул, что это аут. Трон зеро. Карон Кенсер. Опять туда же столб. Ух ты, какие мячи, а? Вроде бы сыграл просто и угадал, и в то же время еще и ответил. Потрясающая была серия ударов. Ну и надо сказать, что и Стэн этот удар с Бекхэм-то выдал, да? Ну вот этот особенно, конечно, хороший. Как он угадал Франсуа Олан. Ну, его показали всем. Да, но вот я читал в каком-то там, в одном из... И опять на себя взял игру. А Роджер... В предыдущем он концовку-то хорошо провел. Ну все сделал. Вот это было блестяще. Блестяще. Неудачно выполнил прием подачи. У которых, наверное, в общем, лучшие удары слева. Ну еще вот Димитров такой же. Ну и сам Роджер, но у него, конечно, все-таки по качеству игра. Ну, такая хорошая игра. И пять французы. Французы получили. Это вот за счет чувства. За счет хорошей. Ну, вот 0-30, скорее всего, да. Так и есть. 0-30. И вот ситуация по... Хороша вторая была. Вторая подача попала в линию. И Роджер да. Не использовал момент. Это потрясающе. Нет, не повезло. Винто. Мяс все-таки покинул пределы. Нет, не попал. Попал. Как-то спокойно очень реагировали зрители. Мне показалось, что мяч ушел. Да, нет. Да, так и есть. По центру точно.
На вылет. И поэтому он его заставил сесть. Ох ты, как на вылет. Ломил-то. Да. Прямо изо всех сил. Просто мяч сел на ракетку. Да, посмотрите еще раз, как забежал. Сверху вниз. Никаких шансов для Бинетов. 15. И все. Вот так. Как он увидел опять. Ну... Попал. Ох, какой удар, а. Тяжелее. Да, Вавренко с Федерером никаких шансов не оставили французам в этом заключении. Угадал опять, да, куда будет играть соперник? Во втором, только в конце. Нет. Вавренко приходится все время пятиться, да? Контролирует. Уступить место. Страхует. Ну, тут уж великолепно отыграл этот гейм, ничего не скажешь. Родер в свою. Ох, как хорошо. Да, разве. Достал. Ой, как неудачно. И Бенето сыграл. Ну, на этот раз, вот видите, четко выполнил. Это удар, который не прошел. Авантаж Франс. Больше? Ой, как здорово. Да, как здорово, да? И прием был играл. Федерер опять взял на себя. Он. На вылет. Ух ты, еще одна. Две подачи на вылет. Два и... Да, ну такой мощный удар, что если реагировать. Нет, тут уж Ришар не промахнется. Хотя первый. Да, ну вот. Какой прием момент был. Момент еще, когда подача летит. Да, и прострелил. Ну что ж, вот так. Мы играли, правда. Ну так, легко. Он дотянулся. Только лишь у них. Вот. Подает прекрасно. Все-таки вот сегодня, по-моему, Федерер очень хорошо играет. Да, вплотную подошел, а этого не увидел как раз Вавренко. Под ноль. Вовсю разбегался, распрыгался. Она вылет. Больше. Какая игра была. Аут, аут фиксирует судьи. Ну, тут поднял очень высоко, с полулета не сумел.
15-0. Прием был хороший. Но Вавренко сейчас играл в стиле Федерера. Ну, это такой же мяч был у Федерера. Да. Конечно, не так изящно, но все равно по направлению очень хорошо справился с задачей. 30-0. Вот Вавренко играет четко. Да, тройной матчбол. Заметалось. По-моему, никогда не проигрывает. Одиночками это очень редко. Все. Вот. Итак, швейцарцы доказали, что они сильнее.